Вишня падая, Вишня пришла я в хуторе. Шрима ты бахти, Леданда, Славни ты на мне. Намасте, Сарасати Дхиви, в первом стихе Шикшаштаки без почитания сказал вся слава Шикришна Санкиртана. А в этом стихе он описывает всю славу Шикришна Санкиртаны, в частности, что Санкиртана очищает сердце от грязи, скопившейся в нем. Puts out the fire of conditioned life. И гасит пожар обусловленной жизни. It is the life of all transcendental knowledge. И дает, и он является жизнью и душой всего трансцендентного знания. Increases the ocean of transcendental bliss. Усиливает океан трансцендентного блаженства. Gives us a taste of the nectar for which we are always thankful. И дает нам вкус и нектар, которого мы всегда так жаждем. So Sankirtan is a very powerful thing. You can see all the benefit we get from Sankirtan. Sankirtana очень важная вещь, очень большое благо мы получаем из Sankirtana. Lord Chaitanya spent a lot of time on Sankirtan. When he was in Jagannath Puri, every day he was doing Sankirtan. Господь Чайтанья каждый день совершал Санкиртан, когда он был в Джаганнатхапури. It's the best way to introduce people to Krishna consciousness. Это лучший способ познакомить людей с сознанием Кришны. Санкиртан is a manifestation of Lord Krishna's pastimes in the spiritual world. Санкиртана – это проявление игр Господа Кришны в духовном мире. The gopis also do Sankirtan when they feel separation of Krishna. Когда гопи начинают чувствовать разлуку с Кришной, они тоже занимаются санкиртаной. И когда они воспевают святые имена, это немного успокаивает боль их разлуки с Кришной. Санкиртана – это способ достичь совершенства, и это уже само совершенство для тех, кто уже совершенен. So don't think that Sankirtan is anything small. It's a very, very, very special, very spiritual event. Не стоит считать Санкиртану чем-то незначительным. Это очень-очень особое действие. We're so fortunate to be able to take part in Sankirtan. Поэтому мы очень удачливо принимать участие в Санкиртане. Let us pray that we can always stay engaged in this Sankirtan. Давайте помолимся всегда быть занятыми в Санкиртане.